Добрый день, на связи планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Harrier 2013 года в белом цвете с бензиновым двигателем объемом 2 литра, мощностью 151 лошадиная сила, АКПП передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида, автомобиль на красивых литых дисках, хорошей резине, установлены хромированные ставки, имеются повторители в зеркалах, пробег 84 тысячи километров, по салону темный салон, чисто ухоженный, не прокуренный, комбинированный, ткань кожа. Имеется кондиционер, двухзонный климат-контроль, мультимедиа, Power Eco режим, мультируль, круиз-контроль, кнопка старт-стоп, система курсовой устойчивости, электропривод водительского сидения, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Проедемся по ЛКП. 82, 86, 86, 80, 80, 80. 79, 80, 84, 72, 86. Актуальная цена наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.